В этом бою преимущество будет на стороне ислама. В ММА все довольно сложно, и мы говорим о Парье, который также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары. Но мне кажется, что ислам останется чемпионом. Парье точен в ударах, он всегда собран и хорошо справляется с давлением. Это опытный и стойкий боец. Вряд ли кто-то скажет, что у Парье совсем нет шансов. Махачев универсален и будет хорошо готов к этому бою. Думаю, вполне очевидно, какой план будет у Махачева на бой с Парье. Оба пытаются повторить то, что сделал Хабиб и Оливейра. Это самый простой путь к победе над Дастином. Парье и сам понимает, как именно против него будут действовать. Но фаворитом все равно будет действующий чемпион. Мой прогноз, ислам его засабмитит. Хотя, конечно, не хочется, чтобы человек из того зала проиграл. Я не буду болеть ни за одного, ни за другого. Думаю, шансы там 60 на 40 в пользу Махачева. Парье может нокаутировать его, а ислам задушить Парье. Тут, мне кажется, наверняка 99,9 выиграет ислам, несмотря на то, что Парье из моего зала. Махачев, как говорят американцы, это different breed, поэтому он, я думаю, выиграет. У ислама есть борьба, грэплинг, сила, преимущество в габаритах. Я думаю, ислам финиширует Дастина, честно. Это титульный бой, и ислам просто лучше соперника. Честно, я не задумывался об этом бое, кто победит. По идее, должен выиграть Махачев, но Парье хорош, это безумный спорт, тут всякое может быть. Махачев не будет зарубаться с Парье, он повалит его и смотает, будет бороть, если Дастин встанет. Ислам снова повалит его и в конце концов заставит сдаться. Было бы здорово увидеть, как Парье выиграет этот бой, тогда бы мы поставили точку с ним в бою за титул. Буду ждать этот бой и надеяться на его победу.